Мое почтение, многоуважаемой публике, сегодня будет немного шансона. Русская поэзия состоит и из него. Жигулин Анатолий Владимирович. Забытый случай, дальний-дальний, мерцает в прошлом, как свеча. В холодном буре на центральном мы удавили стукача. Нас было в камере 12. Он был 13-м, подлец, по части всяких провокаций еще на воле был он спец. Он нас закладывал с уменьем, он был наседкой среди нас. Но вот пришел конец терпению, пробил его последний час. Его, притиснутого к нарам, хвостом начавшего крутить, любой из нас одним ударом досрочно мог освободить. Но чтоб никто не смел сознаться, когда допрашивать начнут, его душили все 12, тянули с двух сторон зажгут. Наскум допрашивал подробно, морил в кондее сколько мог. Нас били бешено и злобно, но мы твердили: сам подох. И хоть отметки роковые на шее видел мал и стар, врач записал: гипертония в его последний формуляр. И на погосте под забором, где не росла трава с тех пор, он был земельным прокурором, навечно принят под надзор. Промчались годы, словно выстрел, и в память тех далеких дней 12-я часть убийства лежит на совести моей. Всем спасибо.